Здорово, братва, сможем набрать 3000 лайков? А с меня конкурс на 2 миллиона монет. С вас лайк, обязательно подписка на канал. Я с вами Влад Капуста. Сижу я такой, провожу себе прямой эфир, особо не напрягаясь, общаемся со зрителями, узнаем по поводу новых событий СБЧ, которые нас ожидают. Так чисто время проводим в удовольствие. Ну и решили открыть все-таки наборы, которые у нас появились, это кумиров. И говорю всем, давайте проверим фразу «Миша, тащи». Ну и все начали писать в комментариях «Миша, тащи, Миша, тащи». Ну и то, что после этого получилось, на самом деле я не ожидал. Я думал, конечно, элитный игрок, да, может выпасть элитный игрок. Но то, что выпадет вот этот вот игрок, я такого не мог ожидать. Все сейчас напишем «Миша, тащи». Вот реально, «Миша, тащи». Вот сейчас должно затащить. Друзья, я вот много раз вам говорил, я не спешу, я не хочу, блин, открывать вам по вашей команде. Я захотел, открыл, не захотел, не открыл. Это мой эфир, блин, не нравится, иди отсюда. Ну что, давайте начнем. Давайте, давайте, опыт кумиров. Комбаров. 73. Альварес. Бля, ну чё это за... Что это за слово такое? Чё это за слово такое? Офигеть! 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 Друзья, чё это за слово такое? Нифига себе! Нифига себе! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Надо запить чайком, блин. Друзья, у меня сердце на самом деле не слабое, но после такого... Я бы... Изи кумир. Но если вы так же, как я, считаете то, что это лакерство получить такого игрока, то влюбите вместе со мной здесь огромный лайк. 79 рейтинг. 72. 70. Вот так вот. Рейтинг 80. Центральный защитник. Андреас. Тупо забьем все комментарии, которые только возможно. Миша, тащи. Открываем. 71. 70. 72. Хард, Джо Хард. Джо Хард выпадает. После того, как вы узнали, что мне выпало в прямом эфире, мой подписчик Яков Макеев предоставил мне аккаунт, где находится 8 миллионов монет. И я все-таки решил, перед тем, как я буду отправлять уже окончательное письмо в eSports, открыть на 8 миллионов монет и показать вам, что мне выпало. Давайте мы все-таки посмотрим, что же мне выпало за 8 миллионов монет. Дали Али выпадает. Ай, ес, 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 ес. Ой-ой-ой, Эдерсон выпадает. Второй элитный игрок мне выпадает. Ну вот так вот. Манчестер Сити форма творит чудеса. На самом деле, когда открываю Манчестер Сити в форме, сразу же выпадают толковые игроки. Вот так вот. Второй элитный игрок уже выпадает. Пока что очень даже не зря вот этот покупание, который я устроил за монеты. Третий элитный игрок. Третий элитный игрок. Даниэль. Вот что-то сегодня необычное пока что творится. Третий элитный игрок выпадает мне за монеты. Такое чувство, то, что eSports пересмотрели мой видеоролик и сказали, не, ребята, так нельзя. Мы увеличим шанс выпадения элитных игроков, потому что, ну, огромное количество ребят поставили лайки под моим видеороликом, где набралось свыше 90 тысяч просмотров. О том, что в наборах за 35 тысяч монет вообще не попадают элитные игроки. После глобального обновления мне многие ребята начали писать о том, что и вправду шанс выпадения элитного игрока вырос значительно. Так что, может быть, как раз и eSports заметили наш видеоролик. Хотя, думаю, вряд ли, потому что eSports волнует всего лишь что, я думаю, вы сами понимаете. Это деньги. И завтра, либо послезавтра, я уже выпускаю видеоролик, где... Мы вместе с вами отправляем письмо. А вы пока что напишите в комментариях, улучшились ли наборы за 35 тысяч монет. Да и вообще, что скажете по поводу того, что мне выпал кумир в наборе. Я думаю то, что это на самом деле лакерство, так как кумиры очень редко выпадают. И когда получаешь кумира в наборе, кайфуешь на самом-то деле. И вправду кайфуешь. С вами был, как всегда, ваш Влад Капуста. И до скорых встреч. Всем пока!